Как оказались в тюрьме? Взял в долг, чтобы дело свое открыть. Но партнер прикарманил эти деньги. Мам, дядя вернулся! А похудел-то как? Ты каждый раз это говоришь. Не думала, что буду так тебя ждать. Я тоже сильно скучал. Слушаю. Скажите, сегодня никто не приходил за оставленной сумкой? Нет, а что? Я нашел сумку с золотом. От лауреата Оскара Асгара Фархади. А это не вас случайно по телевизору показывали? Меня. Во всем районе только и говорят, что о тебе. Еще и телефон оборвали. Все за тебя рады. Он всю свою жизнь мне и всем вокруг врал и небылицы плел. А теперь на тебе, героем стал. А я, который в долг ему давал, видите ли, злодей-кредитор. Мой папа, он никому не врет. Что это за паскуда такая, ради которой ты и себя, и всю семью свою обесчестила? Эта паскуда мне дороже жизни. Папа, прошу тебя, не натвори ничего такого, что окончательно обесчестит тебя и твою семью. Да о чем ты? Рахим, прекрати! Что ты творишь? Зачем ты это сделал? Что сделал? Герой. Фильм Асгара Фархади.